Нижний Новгород продолжает готовиться к юбилею. Накануне скверы и улицы в центре города повторно обработали от клещей и грызунов. Акарицидная обработка проведена в парке имени Кулибина, на улице Черниговской, а также Верхневолжской и Нижневолжской набережных. В общей сложности было обработано почти 19 гектаров территории Нижегородского района. Как известно, клещи являются переносчиками вируса энцефалита, боррелиоза и многих других опасных заболеваний. После обработки эти хищники гибнут в течение нескольких часов.